Затянувшийся как никогда отопительный сезон наконец завершается. По прогнозам синоптиков, зима в город больше не вернется, а значит тепло в домах с сегодняшнего дня можно отключать. Планировали, правда, еще на прошлой неделе, но погода подвела. На мой взгляд, решение мы правильное приняли с тем, что продлили отопительный сезон, потому что получили большое количество благодарностей от горожан. На это лето у теплоэнергетиков большие планы. На ремонтную кампанию выделено больше 500 000 000 рублей. Предстоит восстановить 17 километров теплоизоляции, полностью заменить оборудование 2 котельных, продолжить модернизацию газового хозяйства, а главное — переложить 20 километров тепловых сетей. Будет заменен почти километр магистральной сети по улице Волгоградской. Также переложим магистраль в районе первой горбольницы и продолжим работу по улице Ташкентская. Вот в том году, если вы помните, мы начали там реконструкцию. Кошмарный сон горожан. Летние перебои с горячей водой теперь скоро уйдут в прошлое. Суммарное отключение по времени уже в этом году не превысит 1 недели. Этим летом тепловики запускают программу, в рамках которой сроки сезонных отключений горячей воды существенно сокращаются. Тренд и цель наша — минимизировать, в общем, уйти совсем от отключения горячей воды. То есть производить ремонты, производить гидравлические испытания без включения потребителя. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.